Потерянные книги, забытые книги, как много их бывает в наших библиотеках. Вот эта удивительная книга была издана, ну, не таким большим тиражом в свое время. И то, если мы к ней внимательно приглядимся, то мы увидим, что перевод был сделан очень давно на русский язык. Еще тогда, когда была кириллица. Революционная, Ятин. Вот. Господин Муратов издавал. Когда? Чем же эта книжка? Это не то, что она была написана в канун Великой Французской революции англичанином, который написал за свою жизнь всего две книжки и стал уже этим популярен. И написана была не просто англичанином, чьи родители были рабовладельцами в Америке. Более того, она была написана по-французски. А потом уже переведена на английский язык. Удивительная книжка. Забытая книжка. Когда я ее читала, я подумала, что мудрость не имеет времени. И не важно, на каком языке она была написана. Не важно, писал ли эту книжку образованный сын миллиардера. И не важно, хранилась ли она у Пушкина, как одна из самых любимых. И не важно о том, что не все так просто, как нам бы хотелось. И не важно, почему какие-то книжки живут годами, веками. А какие-то ровно столько, сколько доживет издательство, выковавшее эту книжку. Я думаю, эту книгу можно найти во многих библиотеках. И на французском, и на английском языке, и даже на русском. Это книжка о войне, о мире, о стремлении к добру, злу, о двойственных исканиях человека. О том, что будет с ним, когда он умрет. Будь он халиф, будь он царь, будь он сам Соломон. Это книжка о том, что заставляет задуматься. Задуматься и, возможно, по-другому посмотреть. И на свою жизнь. На жизнь своих близких. И на родственников. Интересно, в конце, что происходит с главными действующими героями. Нет, они не сходят с ума, нет. Они просто умирают. Да, они умирают, но при этом умирают в ненависти. Самые близкие люди ненавидят себя и ненавидят своих близких. Они ненавидят
Сын ненавидит мать. Мать проклинает сына. Молодая жена ненавидит своего мужа. А до этого они сидели и обнимались, целовались, миловались. Что же довело до такого состояния? Ну, наверное, придется прочитать эту увлекательную книгу, чтобы не стать подобными, по крайней мере, героям этим. Бигфорду уже ничто не поможет. Он тоже давно уже в тех мрачных подземельях, которые описывал в своей книге. Поэтому она трогательная. И увлекательная для любого, кто интересуется сказкой.